Ротари – это объединение представителей бизнеса и деловой элиты. Это более чем 1 200 000 человек во всем мире, которые являются частью более чем 35 тысяч клубов Ротари, объединившего 270 стран. Успешные и состоявшиеся люди готовы в любой момент включиться в реализацию новых социальных проектов. Целью нашего сегодняшнего круглого стола, который называется «Курорт Сочи. Движение Ротари. Чем мы можем быть полезны друг другу?» является старт, первый шаг взаимодействия бизнеса, делового сообщества, органов государственной власти, совместные проекты на пользу нашего города. Ротари-клуб Сочи пригласил международных активистов движения провести конференцию в Сочи. Есть идея сделать город постоянной площадкой для таких встреч единомышленников. Первые впечатления от курорта самые положительные. Сочи очень красиво и чисто. Я хотел бы находиться здесь 24 часа в сутки. Сочи прекрасен во всех смыслах. Здесь доброжелательные люди и великолепные пляжи. Напоминают мне калифорнийские. Ротари Интернешнл имеет колоссальный опыт и богатое наследие. Достаточно привести пример победу в мире над полиомиелитом, когда удалось иммунизировать от болезни свыше 1 000 000 000 детей. В Сочи ряд социальных проектов поддерживаются Ротари-клубом Сочи и Ротари Интернешнл. Это и фестиваль пара-арт, и установка тренажеров, в том числе инклюзивных, в парке на Макаренко. У сочинцев есть уникальная возможность наладить эффективное сотрудничество с международной организацией. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».